ты теперь... Можно следующий вопрос? А почему не принято говорить, кто гуру человека? Вот. Все это как-то так не открыто. Кроме Кришны Кумара, когда мы там. Тоже бы, да? Или может не верить, знаете? Что? Не принято? Ну почему имя гуру в секрете нельзя? Я помню, что в шастрах об этом говорится. Но там с позиции того, что мы не должны как бы хвалиться, чтобы ее возвышать его среди других. С этой позиции говорю. Ну а так, чтобы прям кто-то скрывал, такого нет. Просто, ну, просто преданные не выпячивают. Есть еще момент, что чтобы Шрила Прабхупада оставался всегда в центре. Это есть тоже, да. Еще, может быть, кто-то передумает, что он не рассказывает. Ну, пока еще не принес, по крайней мере. Передумать можно. Чтобы не навязывать, наверное, своего гуру другому человеку, да? Да, ну это что я говорю. Чтобы не было дробления и ГСКОН на мелкие эти ячейки, потому что если там все будут, ну, объединяться вокруг там, что это ученики одного гуру, это ученики другого гуру, тогда уже может не быть такой целости. А так у нас Шрила Прабхупада в центре, мы все повторяем пранава мантру Шриле Прабхупаде, мы чувствуем, что мы все одна команда, и у нас такое более сплоченное получается организация. А почему говорят, вот, ну, допустим, приводят какую-то цитату и говорят, а вот мой гуру сказал, вместо того, чтобы сказать, кто это, ну, то есть, как, вот, я, например, не знаю, кто гуру того человека, и я не понимаю, кто эту фразу, получается, сказал, вот, и так все говорят. По идее, лучше сказать, да, что там такой-то, даже не будет знать, что это твой гуру, если ты говоришь... Мой гуру такой-то там, мой гуру Радхранат Махарадж сказал. Ты говоришь, что я слышал, вот Радхранат Махарадж такой сказал. Иди без гуру говорить. Тогда это будет понятно, как бы. Это тоже этикетка, когда будет понятно аудитории. В то же время ты не выпячиваешь, что это мой гуру. Ну, ты же разве слушаешь, как бы, Махарадж. Сказал имя и как бы говоришь цитату, да? Так нормально. А почему все говорят наоборот? Ну, то есть никогда никто не приводит цитату какую-то, ну, не говорит, что это за конкретный человек, а говорят просто мой гуру. Вот. Получается, они следуют этикету, как бы скрывают имя гуру. Да, но не говорят, о ком речь. Вот. По идее, ну, поэтому мне кажется, правильно просто. Я тоже так думал об этом раньше. Потом я понял, что нужно называть как бы просто имя, но не говорить гуру. Просто говоришь, что не раз же Махарадж сказал какое-то. Так просто, ну, люди правда начинают понимать, что сказал, так что всем начинает интересно, а что за гуру у него? Он, получается, навлекает на себя внимание лишнее. Какой ты думаешь, что начинает спрашивать? Ну, знаешь, кто у него гуру? А еще есть такое интересное мнение.